эпизоде она рефлекторно вверх пошла. Entonces, ¿qué fue que este movimiento con el brazo? Pues solo porque fue la reacción de natural. Desafortunadamente se dio, pues nunca quiere hacer las cosas para que haya un penal, no quiero nunca seguir mejorando. Да, конечно, в принципе, в том моменте просто так сложилось, никогда не хочется специально это сделать, чтобы назначили пенальти, но нужно продолжать работать над этим и улучшать это. Первых двух матчах чемпионата ты не играл вообще. Было ли понимание, почему дебютировал только сегодня? Entonces, son los primeros dos partidos del campeonato no jugó y puede explicar por qué, si entiende estas cosas, por qué no jugó, no participó en los dos primeros partidos. Bueno, creo que son decisiones del cuerpo técnico. Vengo adaptándome. Pude hacer toda la pretemporada completa, pero vengo adaptándome y son decisiones del cuerpo técnico, no son decisiones mías. Creo que sí, queda seguir trabajando y mejorando para cuando me toque la oportunidad. Да, мне кажется, что в основном, конечно, это зависит от решений главного тренера и тренерского штаба. В принципе, мы прошли сборы, но все же мне еще нужно адаптироваться, и после приезда в Россию еще продолжаю эту адаптацию, но, в принципе, это не мои решения, и все зависит от тренера. Ну, стандартный вопрос для легионера, который только приехал у нас в чемпионат. Погода, конечно, уже не так холодновато, но вообще к подобным условиям наверняка не привык. Как тебе Россия в этом плане? Entonces, pues la pregunta tradicional a todos los extranjeros sobre el clima de lo que tenemos aquí. Claro que no hace tanto frío ya. ¿Qué puede decir sobre las temperaturas aquí? Que muy frío, complicado a veces cuando uno está en el banco porque tiene mucho frío y pues, tiene que uno que calentar muy bien para poder estar preparado para el partido. Да, конечно, мне кажется, что очень холодно, особенно на скамейке, очень тяжело оставаться как бы размятым, нужно постоянно поддерживать себя в тепле, чтобы потом уже суметь нормально выйти и отыграть. Писали перед матчем, что в случае неблагоприятного результата главный тренер команды может покинуть команду. Видел ли ты новости и вообще давит ли такие рода новости на команду? Pues había unas noticias de que con el resultado negativo después de este partido que el entrenador puede irse y si tenían una presión por estas noticias, por estas